Рефери Витки, судья национальной категории, мастер спорта международного класса Анатолий Андреев. Судьи сбоку. Иванченко, Капустин, Славянский. Поддержим боксером ринге. В красном углу ринга отдыхает Глеб Васильев. Глеб 99-го года рождения. За время занятий боксом выполнил первый юношеский разряд. Провел 27 боев, одержал 24 победы. Является победителем первенства ПМР 2014 года. Тренируется под руководством Валерия Краевого, который секундирует в данном поединке. Thank you.
поддержим боксера в ринге. Всем богу продолжение боя готовится Дмитрий Бронзов. Он представляет школу бокса города Тубасара. Дмитрий 99-го года рождения. Боксом занимается 3 года. За это время провел 25 поединков, одержал 18 побед. Выполнил норматив первого юношеского разряда. Является призером первенства БМР прошлого года. Тренируется, помогает ему, готовится к продолжению боя. Поддержим боксера. К выходу времени приготовится боксер 21-й пары весовой категории до 81 килограмма. Мизернюк и Стронс Стачев Бандеры. 21-ю пару обслуживает судейская бригада в составе. Рефери Ахмадиев. Первый стол Гросул. Второй стол Скрипник. Третий стол Пермяков. А в этом бою со счетом 0-3 победу одержал боксер синего угла Рома Белославов.